Всем привет, ребята! С вами я, Диана, и в этом видео у нас с вами рубрика новости. Ну а перед началом этого видео подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у Star Pets будут в закрепленном комментарии и в описании. Также перед началом этого видео я вам напоминаю про свой телеграм-канал, в котором каждый день проходят конкурсы на Flyride питомчиков. Быстренько переходи по ссылке в описании и участвуй. Как вы уже знаете, но если вы не знаете, ребята, у нас выходит с вами новое обновление. Это работа в Adopt Me. И, ребята, она у нас выходит с вами в 10-х числах сентября. 14-15 числа у нас уже выйдет это обновление. То есть, ребят, нам добавят парикмахерскую, добавят новую пиццерию. Также, возможно, добавят полицейский участок и базу воров. Давайте я вам покажу коротенькое видео про это обновление. Ну, в общем, ребята, вот такое вот обновление. И, ребят, я хочу вам задать вопрос, кто на тестовом сервере заходил в пиццерию? Вот, ребят, никто даже об этом не знал, что там была вот эта вот обновленная пиццерия, разработчики нам об этом не говорили. И напишите в комментариях, кто из вас видел это своими глазами. Вот я, если честно, видела только на видео. Вообще, на данный момент это будет самое большое обновление в Adopt Me, потому что нам добавят новые роли, новая работа и так далее. Это все будет очень классно и интересно, ребят. Напишите вообще свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления. Ну, а кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, чтобы не упускать актуальные новости про наше обновление в Adopt Me.